Первое упоминание царства Армении было в VI веке до нашей эры в клинописях Дария. Я не буду сейчас вдаваться в древнюю историю. Возьмите любую карту с XVI века до XIX века, изданную в Европе, во всех европейских странах, вы найдете термин «Армения», никак не другое. Это о многом говорит, потому что европейцы с древнейших времен, и греки, и римляне знали эту территорию как Армению, до того, как это превратилось в Османскую империю. А это одна из самых значимых надписей древнего мира, которая является почти родственником древнейшей в мире вавилонской карты. Она высечена по приказу царя Дария I Ахеменида в VI веке до Рождества Христова на Бехистунской скале. В трехязычной надписи Дария I на древнеперсидском Армении упоминается как Армина, на эламском – Харминуя и на вавилонском – Урарту. Это три названия Армении на различных языках –